Всем привет, ребята! С вами Ал, и сегодня мы продолжим мучить антистрессовую игрушку Бадди. В прошлый раз мы ее мучили с помощью животных. Всяких разных животных мы травили на игрушку Бадди. Рыбок всяких, акулок, пираньек. Ну, в общем, все, что можно было нам сделать с помощью животных, все мы делали. И наша игрушка Бадди подвергалась различным испытаниям. Сегодня мы попробуем ее потравить с помощью растений уже и, возможно, даже с помощью электричества. Давайте пока что попробуем ее с помощью растений потравить. Для этого нам понадобятся как раз-таки наши растения, которые тут есть. Они у нас расположены вот в этой вот ячейке. Сейчас мы ее еще побьем. Малеха, малеха, малеха. О, вот и все, вот и фингальчик у нас появился нормально. Тут у нас просто цветы растут на голове у игрушки. Крутяк. И все, и больше, по-моему, ничего она не делает, но ничего. Ладно, это такое себе, давайте что-нибудь другое возьмем. Теперь попробуем ее помучить с помощью перекати-поля. Так, это что у нас тогда получается будет делаться? А вот оно что! Ветер дует, и нашу антистрессовую игрушку Бадди прям уносит. Ого, прям с ног ее сносит. Это получается перекати-поле, скорее всего. Вместе с ветром оно сдувает ее. Видим, что носик закрывает Бадди, но ничего, наверное, это ей не поможет. Бедные игрушки Бадди. Снесенный ветром и перекати-полем. Что это за цветочки такие? А ну давайте мы попробуем цветочек поставить. Так, он распустился. И что теперь? Он, наверное, будет ее травить. Интересно, сколько цветочков можно поставить? А вот еще один цветочек. Можем мы здесь поставить или нет? Нет, не можем. И здесь не можем. Почему не можем? А вот давай антистрессовую игрушку Бадди забросим прямо в этот цветок. А тут сейчас еще один. Нет, ребят, только можно, наверное, либо один цветок, либо нужно было этот высаживать чуть-чуть с другой стороны. Сейчас мы попробуем пока что так, а в следующий раз мы ее попробуем с вами высадить с другой стороны. Все, Бадди восстановилась. Теперь можно попробовать два цветочка. Один сюда, один сюда. Нет, все-таки один. А нет, нормуль! Два цветка можно, и эти цветочки будут ее травить. Можно нам вообще между этими цветками запихнуть Бадди. А вот она носик обратно же закрыла, но ей ничего, но не помогает. Нашу игрушку сейчас... Сейчас обратно ее траванут. Ну, она вообще ест ее, нет? Нет, не ест. Я думал, что эти цветочки еще Бадди будут есть. Но не хотят они, наверное, пока что есть ее. Поэтому пока что только так траванули ее. И все, на этом все закончилось. Ладненько, давайте обратно другими испытаниями ее подвергнем. Что тут у нас есть? Это у нас, получается, скорее всего, тростник. Сахарный тростник. Мы, наверное, его будем сыпать. И будет вырастать лес. И этот лес будет мучить нашу игрушку Бадди. А вот смотрите, как клево получается. Прям целый лес. Мы можем целый лес вырастить. Одним только нажатием пальчика. Так, нашу игрушку Бадди прям в лесу закрыли. Ее закрыли в лесу. Давят ее всеми цветочками. Так, интересно, если под ней вырастет что-то, оно ее задавит или что оно ей сделает? Ого-го. А ну сейчас мы давайте вот так вот побольше насыпем. Нет, не получится. А если мы вот так вот прям на нее? Нужно нам, знаете, что сделать? Надо нам попробовать сделать следующим образом. Сейчас я возьму антистрессовую игрушку Бадди. Вот тут вот насыплю немножечко семян. И тогда вот я вот так вот заделаю. Да, крутяк получился, антистрессовая игрушка Бадди попала в ловушку. А можно давайте еще разочек попробуем. Сейчас обратно семена и пошла. А вот, да, круто, ребятки, посмотрите, как круто получилось. Наша антистрессовая игрушка Бадди сдает пока что задние. А ну еще разочек, бух. А вот что вышло, нет, этот раз ей повезло. А если я вот так вот сделаю? Нет, бедная игрушка Бадди с фингалом ходит. Так, а если вот так вот сделаем? Ну, в принципе, прикольно. Прикольно, конечно же, но лучше всего пока что мне понравился этот красный цветочек, который был перед этим. Теперь давайте вот такой какой-то меч возьмем мощный. Так, и что этот меч нам делает? Вот он. А, он, наверное, бьет. Вот что он делает. Он бьет антистрессовую нашу игрушечку. Вернее, не нашу, а просто антистрессовую игрушку Бадди. А вот как можно сделать. Можно сделать веер из лепестка. Веер из лепесточка. А ну, интересно, что он еще делает? Он, наверное, еще и травит, потому что какой-то дымок появляется после того, как мы побили этим вот молотом. Он не молотом, а вот этим вот мечом. И наша игрушка потихонечку, наверное, будет травиться, потому что она зеленая периодически становится. Я знаю, что нам можно делать. Нам можно вот так вот побольше побить. А вот, смотрите, все, ее мы с вами кикнули. Так, а цветы что мы делаем? А, все то же самое, только цветами? У тебя что, аллергия на них? А, мы бьем просто букетиком, наверное, его. Да, наверное, мы просто бьем букетиком игрушечку Бадди. Ну, правда, тут, конечно, этим цветком нормально по голове приходится. Так, папоротник повылетал из букета. Букетом валим Бадди. А, крутяк. И мягкая игрушка, и букет, в принципе, для подарка нужны. И вот теперь букет поссорился с игрушкой и будет ее валить. Тут, правда, еще и цветочки всякие поразлетались. У нас тут в букете и розы.
и герберы, и папоротник. Вот такой вот прикольный мощный букетик. Можно подарить Бадди антистрессовые игрушечки. Все, букета у нас нету, мы его полностью практически поразбивали. Все, что у нас здесь осталось, очень мало всего нам здесь тут у нас пооставалось. Ладно, букета у нас нету, антистрессовой игрушки у нас сейчас тоже не будет, потому что букеты мы ее сейчас с вами давалим. Давай, бей ее. Да что это такое? Что это за игрушка такая? Что-то она не кикается совсем. Наоборот, смеется. И букета больше нету, она все смеется. Ладно, живи тогда. Давайте возьмем горох. Ну что же, выбрали мы с вами горох. И как горохом стрелять? Или что это вообще делается? О, вот она что. И что теперь? А как нам ее бить-то? А вот шарики вылетают с гороха, вылетают шарики прям. И что они делают? И... Они, наверное, взрываются, типа. Вот оно чё. Давайте новую возьмем себе игрушку Бади и новую горофинку. Так, вот она где. Давайте. А, ну тут какие-то шарики прям. Она глотает это все, ее носит во все стороны. После того, как мы вырастили горох, игрушка Бади его съедает, и внутри он взрывается у нее. Прям самым внутри взрывается в игрушке, и все. И на этом все, наверное, заканчивается. Так, можно еще посадить где-то вот здесь вот его. А здесь вот можно посадить? Нет, нельзя, зато можно горофинки пооткрывать. Шарики прям целые. Сейчас они ее взрывают, взрывают, взрывают. Ребят, все, нашей игрушки больше нету. Ее горофинка завалила. Ну что, попробуем устроить нашей игрушке тест-драйв и вызовем голема. Мощного голема. Это даже не голем, это терракотовый воин, наверное. Он из глины состоит и будет он нашу игрушку сейчас мучить. Что он с ней будет делать? По голове, наверное, будет бить. Да? Да, по голове смотрите, как бьет. Она аж присядет, игрушка Бади наша приседает. Да, крутяк, крутяк. Все, нет ее. Несколько ударов голема, и наша игрушка Бади разлетелась на маленькие кусочки. Давайте что-нибудь другое возьмем. Что у нас тут еще? О, дракончик есть. А ну давай, антистрессовая игрушка Бади против дракона. Давай, восстанавливайся. Восстанавливай уже все свои силы. Надеюсь, сейчас она заново вернется к нам, игрушечка. Давай, возвращайся. Все, игрушка Бади вернулась. И наши драконы. Ого-го! А ну сейчас еще разочек. Смотрите, тут драконы по всем сторонам идут, они ее кусают и практически съедают. А ну еще разочек. Да, ничего себе, друзья, да дракон тут вообще мощный. Мощный чувачок, все. Игрушка Бади повержена, полностью повержена. Остались только одна рука, две ноги и туловище. И то ее сейчас дракончики доедают. Все, дракон наш полностью съел игрушку Бади. И на этом все, ребятки. Можно теперь заново что-то другое тестировать. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас еще есть. Драконами мы тестировали уже ее всякими разными бомбами, пулями. Можно стрелами еще пофигачить ее, да? А ну, давай. Возвращайся к нам, игрушка Бади, давай, давай, выходи на ратный бой. Будем мы теперь с тобой мучить тебя будем. Давай, игрушка Бади, ты чё? Давай, 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 чё-то она совсем какая-то, ребят, не совсем хорошая игрушка Бади. А, вообще нормально, восстановилась. Ну что ж, и мы сейчас будем ее, наверное, мучить. Тремя стрелами прям сразу же. Три стрелы, ничего себе. Смотрите, да мы ее сейчас завалим. А ну иди сюда. Да, ребятки, наша игрушка Бади, конечно, против стрел не может ничего сделать, и они ее просто задавили стрелами. Можем ее обмотать, к примеру, еще туалетной бумагой. Давайте откроем туалетную бумагу и будем ее обматывать. Для этого нам нужно, чтобы игрушка Бади выжила. Давай, выживай. Все, она выжила. Теперь мы попробуем ее обмотать туалетной бумагой. А и что эта туалетная бумага будет делать? Давай, давай. И? Что-то совсем непонятно, что она делает, эта туалетная бумага. А ну давай. И чё? Мы просто ее наматываем, наверное, и все. И, ну, что тебе делать-то, а? Что-то совсем я не пойму. Просто бросается жгуты и все, наверное. Ну, я думаю, что ее можно будет как это сказать, заматывать, да? Что-то не получается ее замотать туалетной бумагой. Давайте мы попробуем тогда ее чем-то побить, каким-то таким интересным. О, электричеством. Мы будем бить ее электричеством. Для этого нам понадобится игрушка Бади. Подводим два проводка и бубух. Крутяк. Сейчас еще разочек. Два проводка и... Нет, что-то оно, ребят, не то. А если я вот так вот сюда вот подведу? Давай, подходи, подходи, подходи. Игрушечка наша сейчас будет тут стоять. Прям полностью будет стоять. Мы электричество и бубум. Да, круто. Вот что оно делается. Просто устанавливается место. Потом два проводка замыкают и игрушку нашу валят током. Ее бьет ток. Игрушку Бади гасит током.
Она два еще разочек. Да, крутяк, ребятки, вообще жестко получается. Игрушка Бади подверглась многим испытаниям, и в конце концов подверглась она электричеству. Ну и все равно она осталась жива. Вот такая вот живучая, прикольная игрушка Бади. Ребятки, если вам понравился этот ролик, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. С вами был Ал, до скорого, пока!